Кокшетау почтили память двух полицейских, которые этим утром погибли в страшной аварии. Напомню, их служебную машину на полном ходу протаранил кроссовер. На лихача уже завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Было раннее утро. Двое полицейских возвращались с места происшествия. Никто не мог подумать, что это задание для них станет последним. Служебную машину на бешеной скорости протаранил кроссовер. Задержан водитель автомашины Lexus. Им является 25-летний житель города Щучинска, который неоднократно судим был по 200-й статье в 2016 году. В 2019 году был осужден по 346-й статье за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, находясь в нетрезвом состоянии. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 345, часть 4, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Их даже не успели довести до больницы. От полученных травм участковые инспекторы Бурабайского районного отдела полиции скончались на месте ДТП. Сегодня коллеги почтили их память. Этих ребят я знаю практически с первых дней, как они пришли в органы внутренних дел. Начиная с сержантов в батальоне патрульной полиции ВД города, дослужились до звания капитана. Среди коллег и сотрудников данные ребята пользуются большим авторитетом. Хотелось бы от себя, лично от управления местной полицейской службы, выразить большое соболезнование близким и родным. Если вину лихача докажут, ему грозит 10 лет тюрьмы. Да вот только родным погибших полицейских это не вернет близких. У Каната Хамидулина осталась беременная супруга с 7-летним сыном. А Каната Утарбаева больше никогда не увидит жена с 3 детьми. Младшему из них 3 года. Всего за годы независимости в Акмолинской области при исполнении служебных обязанностей погибли 25 полицейских. Ирина Панфилова, Дамир Берекулы и Анатолий Полянный. Акмолинская область, Хабар, 24.